Экзамен для сотрудников полиции состоит из трех частей. Особое внимание уделяется юридической подготовке, знанию нормативных актов и умению применять их на практике. Обязательна и проверка физподготовки. Она включает в себя несколько упражнений на силу и выносливость, отжимания и подтягивания, на быстроту и ловкость, челночный бег, а еще примеры рукопашного боя. Третья и, пожалуй, самой серьезной частью экзамена является огневая подготовка. Нормативы стрельбы на время очень жесткие, и для того, чтобы справиться с ними, нужны опыт, отличное знание оружия и правил его применения.